болды. Разыграть свободно. Так вот, несмотря на очень много атак на Сафа, первый Азамджон Алиев. Смотрим повтор. Ну, такой же момент, как бы, игровой. Смотрим. Ну да, как бы, уже с мячом. Навес или будет прострел? Да, никто. Хороший перевод получился на левый фланг атаки. Передача. Ой, какой опасный момент мог быть, а? Болельщики, смотрим еще раз на вес. Отлично, как занял позицию. Это был капитан, да, Азимжон Ахмедов. Нет, нет, нет. Ну да, да, да. Знаешь, команда, несмотря на то, что второй матч Суперлиги, всего лишь... О, какой перехват от Шахназара. Опасный момент. Будет прострел. Ой-ой-ой, неужели? О, какой красивый гол! Гол! Так. Да, Тизбек забивал. Но в момент удара, если вы видели, да, вот в этот момент, он уже находился в офсайде где-то за метр. И когда... Ну, хотя, если от футболистов... А ну как, это как рикошет, да, расценивается, то получается, что он в офсайде. Значит, гол, мяч побывал в воротах Турона, но он не засчитан по причине офсайда. А вот дальние мячи, кстати, дальние удары могут быть успешными, потому что мяч скользкий. И вот сейчас, как показал эпизод, что дальними ударами можно атаковать владение Рахимджона Давронова, и это может какие-то трудности в его исполнении привести к таким трудностям. Так, Насаф разыгрывает очередную позиционную атаку. Будет ли удар? Гали Гайбулаев с мячом. Перевод на Джавахира Сидикова. Еще правее. Передача верхом. Вот она, вот он момент, надо бить. Грамотно, грамотно строится в обороне. Идет заброс. Неточный. Будет еще один навес. Рузику Бердыев решит освежить свою команду. Так, смотрим. Ну, не было такого сильного прям столкновения. Но все равно, конечно, это может быть не... Есть, есть возможность. Надо бить. Так, так, так. Так, 47-я минута. 40. Смотрим повтор. Ну, повтор не дает понимания. Есть первый гол на Сафа в этом чемпионате. И все. Представлю бригаду рефери. Так, Насав атакует справа. Будет ли подача? Есть подача. Нужно наносить удар. В 2007 году в городе Кутаиси. Это находится в Грузии. Так, Турон атакует. С правой стороны наверняка будет прострел. Прострел доходит до... герою нашего, моего рассказа, Андрей Чичинадзе. Смотрим момент. Ну, наверное, это была такая отмашка. Насаф организовывает очередную атаку. Мелкий пас. Ой, продрался. И удар наносится. Смотрим повтор. Хорошая получилась комбинация. Все пасы прошли. И вот здесь продрался, как Азизбек. Еще раз показывать комбинацию. Вот здесь смотрите, как изящно. Опа! И удар.
цельную передачу, да, произвести. Никто не мешал. И так, третья. Давайте посмотрим эпизод. Ну да. Опять. Все эпизоды, даже никакого сомнения не... Как бы сейчас футболисты Турона не привезли себе несчастье. Ой-ой-ой, удар по воротам. Возможно, будет... Нет, эпизодом. Давайте смотреть, был ли действительно офсайд. Ну да, был же офсайд. Зачем возмущаться? Линии, конечно, не рисуются, как в Европе, но все равно, очевидно, офсайд. Видит футболист Турона этот мяч, но все равно... Насав продолжит и... Нет, не получилось у Хуснутдина Аликулова нанести удар. И еще один момент. Все. Заблокировали. Божевич. Так, атака Насафа. Прострел. Будет угловой. Это вынес. Такая затяжная стенка. Отлично. Побежал. Да, и Сиджон Рахимов вышел на поле. Азиз Халмуродов и Абубакар Ризо. Так, давайте посмотрим еще раз эпизод. Ну да, знаете, помешал бегу. Спокойно говорит вратарь. Пытаются перевести его на половину поля Коршинцев. И тут фиксирует Азиз Асимов нарушение. Турона их целых три. Куванды Крузи, Азимджон Ахмедов и Сардор. Этот мяч. Атака продолжается. Пас низом и, возможно... Так, неужели второй? Отличный был пас. Так, с этого ракурса Нериков. Разбегается. Навес. Опасный момент. С ленточки выносит защитник. Будет ли добивание? Нет. Эпизод. Подается мяч. Наносится удар. На поле, который может разобраться, оценить эпизод. Да, мозговой затронулся до мяча последним, поэтому это не угловой. Еще раз смотрим за навесом. Смотрим. Да, зацепил ногу, это как раз Турдали. 3 в 3 бегут, 3 в 3. Ой, могли разыграть. Надо не терять мяч, если Насав хочет эту победу забрать. Ой, какая развязка! Насав забивает вторую. Как произошел этот гол? Навес нацеленный. И как получилось, а? Зависнуть и остаться в воздухе. Просто отлично. А навесил кто? Азизбек Амонов. А вот теперь закончился.